Всем привет! Вы на канале Снежана Снежок! И сегодня у нас челлендж «Пирог в лицо дуэль». Круто! Это настоящая дуэль, что вместо пистолетов выстрелит. О, вот он, благодарный зритель! Игра «Тот в лицо» оснащена двумя персонажами, мальчиком и девочкой. А еще присутствует подставка для подбородка. Двухсторонняя рука – это катапульта, которой будет произведен сам выстрел. Давай! Саша выстрелила! В качестве снаряда может быть любая губка, кусок пирога, взбитые сливки, пена и другой любой предмет. Главное, чтобы был мягкий. Игра оборудована двумя боевыми кнопками. Победит тот, кто быстрее и чаще будет нажимать кнопку. И до того момента, пока кому-то не выстрелит катапульта. Для начала испробуем губку. 3, 2, ой! Там, так неинтересно, она падает. Следующее, что мы испробуем, это пена. А для безопасности глаз мы надели очки. Напшикиваем на нашу руку. Колобочек получился. Снеговичок. Снеговичок. 3, 2, я вообще не понимаю, как у Саши так получается у меня пучок расстрелять. Сейчас я в него попаду. Сейчас попаду. Надеюсь на это. Тримай, тримай. Смотрите, какой у него носик! Как фон!
Саша, помоешь? Ну? Почекай, давай. Мама, давай. Ну, давай еще раз. Ну, давай сюда! Ладно! Это... Боже мой, Саша, ты потом помоешь. Добавлю еще чуть-чуть пены, потому что папа... Саша, все, я не буду брать волосы, так что хватит меня мазать. Саша, я же сказала, я брить волосы не буду. Давай еще раз. Саша, давай на сюда. Ха-ха-ха!
Фу, они вкусные. Пеной мы наигрались, помылись, теперь приступаем к сливкам. Сейчас мы заряжаем сливки. О, вкусненько. Вот и воды. А ну, попробуй чуть-чуть. Очень вкусно. Саша, не можно, тримай его. Давай. Почекай, давай тогда денем. Саша так клацал, что... Саша так клацал. Спасибо, Саша, только не упал. Масло? Да. Варено. Что ты любишь? Я ем. Вкусное сливки. Фу, как. Да, добавляем на нашу ладошку катапульту. Эй, вот. Давай мне. Че ты макадона? Давай мне. Раз, два, три. Мне, ну Саша, давай быстрее. Все съела. Ничего не упало. Круто! Вкусные такие! Саш, хочешь нам пшикать? Да. Пшикай. Тики чуть-чуть. Окей. Давай. Я проверну, очень проверну. Давай. Наверное, мороженое делает. А-ха! Давай, на. Угу. О-хо!
немає. Це те, що те, а це те мед. Один, два, три. У мене усы! Больно! Посмотри, все на меня. Как вам нравится наш челлендж? Ставьте лайк! Воздушный лайк. Саша еще раз хочет. Багато сильно. Прибираємо. Блин, я не могу, у меня такие усы были. Сейчас сделаем большую пупырку. Собирают зрители. Давай! Попадаем в вас! Бибиум! Бибиум! Окей? Я не знаю. Это не мода. Ода. Треба отак. Обратно себе в ротик попасть вкусняшкой. Все! Тут уже богато. Один, два, три! Мне попало! Вкусняшка! Да! Ням-ням-ням. Спасибо. Все, Владин, как я вам в роли мальчик? Один, давай, давай сюда. Зато капуста вкусняшка.
Один, два, три, пойдем. Не почитай. Все. Я уже так надела с этой вкусняшкой. Что я должна сейчас по-любому? Ты, ой, Саша, Саша, стоп. Я сейчас должна по-любому попасть Саше. Жизнь не влазит. Открывай! Да почему мне? Смешно. Смешно. Давай еще.
тебе вытру. Все, давай. Давай, раз, два, три. Косточка получилась. О, прям в рот попала.
Ой! Давай еще раз. Я сейчас намажу. Тебе. Ну нет. Тебе. Вроде откроешь? Я тебе. Ты хочешь сливок? Ты же хочешь сливок или нет? Да, сейчас. Дай мне тоже. Я хайная. Давай, вставляй. Подорога. Открывай рот. Не бойся. Нет, не бойся. Полетели, не попали. Лака. Лови. Спасибо, Бог. Вот. Спасибо, Бог. Ты у меня собака. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.